И всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Лёша и... Офис. Саша. Да, точнее, Шмель и Паук. Всем привет, ребята. Что, чёрт побери, с твоими ногами? Да, ноги Минотава и Минотава, всё. Прикол, ну ладно. Так, давай возьмем. Это ты мне так... все ставил? Да, это я. Я у вас, ты те там болотные. Спасибо, чувачок. Просто вообще респект. Респект. Мы, кстати, с модами. Да-да-да, с модами, ребята. Я ласковый мерзает, я сладкий на все сто. О-о-о. Ладно, все, погнали. Так, ты на легком поставил? На легкий сразу поставь. Ой, извини. Че-че за звук стоит? Подожди, я тебе еще раз можно ударить? Да, я знаю, я знаю. Ой. Ну-ка, ударь меня. Стой, я звук отключу, походу. Нет, у меня нет звука. Ой-ой, зомби. Братик. А, стой. Бей его, просто забивай его. Подожди, я команду так и не вел. Можешь вести? А ты? Я не помню, где она. Это, можешь вести сам? Но она у меня в папочке, да, охраняй меня. Давай. Давай на гору. Иди сюда, братик. Все я тут. А, ладно, сейчас. Все, сейчас, быстренько. Так, ТП. Все, да. Ты возле меня можешь не волноваться, они тебя не тронут. Так. Нифига себе, они умные-то какие, ты бы знал. Так, все, батик, идем. О, красавчик, теперь у нас хотя бы... О, у тебя крылышки это. Я знаю. Так, ну все, давай. Шевелится, да. Давай, да. У тебя тоже шевелится крылышки. Данжа. О, да, данжа, уйди. Живо сюда, залетай, просто вот залетай. Все. Залетел? Сейчас залетаю. Батик, быстрее закрывай. Давай, я сейчас закрою. Опа. Все, теперь они не заберутся сюда. О, классный рут. Лут, точнее. Так, давай что-нибудь крутое сделаем. Так. Ну, ладно. Так, вот так. Нет. Вот так вот. Да. Блин, плохо то, что из-за компаса ничего не видно. Просто у меня тут это... Кирку показывается, сколько использований. Угу. О, ты все залагала. Я что-то прогрузилась. Да? А, снизу. Отойди. А ты так ты закрылся? Кого? А ты закрылся, надо было просто снизу походу. Я знаю, сейчас подожди, я сделаю все. Подожди, надо, кстати, делать. Маркер установи, маркер. Маркер, так где? Только тебе его тут, а ничего не ставь, понял? А я поставил где-нибудь тут. Ты возле меня поставь маркер, где все. Не, я вот тут поставлю. Так, гнилая плоть, хлеб. Из хлеба что можно сделать? О, гамбургер. Тут кукуруза есть. Офигеть. Чё? Кукуруза есть, прикинь. Нифига. Прямо кукуруза. Ну чё, давай иди закрывай там снизу. Братик, прикрой так, меня. Так, стой. Нам надо дерево. Да, я стою. Да. Ой, извини. Спасибо тебе большое, конечно. У тебя же там вейпоинт стоит. Ну да. Так, мы же сразу сам вниз пойдем. Давай. Вещи добудем. Подожди. Мне нужна еда. Сейчас покушаю. Давай. Все. Теперь вы не будете лезть к нам. Все, теперь они к нам не залезут, так что можно сверху. А, ты уже открыл, да?
Так, чё, пошли вниз? Так, штанишки я не одел, надо одеть. Кило возьмем. Так, ты где? Я уже внизу. Внизу? Давай я с тобой приду. Факела возьми. Факела. Я взял. У меня 13 штучек. Так, молодец. Надо было, кстати, клевер выбить, потому что он 3 этих восстанавливает. Ну так, делай еще. Братик, Фибать. Помогай. Балки. Лошади, зомби-лошади. Зомби-лошади? Кстати, зомби-лошади, они с каким модом идут? Они ни с каким не идут. Они из этого, из простого. У нас их не было, когда мы ставили эти все моды. Ну вот, именно их не было, потому что они ни с какой. Кстати, ребята, наша сборка вот эта вот появится в группе потом когда-нибудь. Даже что там? Вот так делай и все. О, огнеустойкость. Пошли в лаве поплаваем. Пошли. Подожди, мне показалось, у тебя железный шлемак. Не. Так, ладно, тут где-то еще ниже должен быть этот проходик. Иди сюда. Я сейчас с другой стороны иду. С другой? Да, посмотри. О, повышение здоровья 3, утомление 1, 3. Кстати, неплохое зелье. В этом так вот блоки нам нужны будут, чтобы домик хотя бы достроить. Из этого что можно сделать? Призыв ведьмы, паука. Прикол. Так, не тут вот блоки. За вот этими, кстати, блоками, вот за вот этими вот иногда бывают сундуки тоже. Да, я знаю. Так, тут нет. Походу вниз пошли одну гостю. О, подожди, тут какая-то пещера, смотри. Да ладно. Ладно, пофиг. Главное, чтобы этот защитник круг не появился, да. Отойди, давай я. Ой. Непривычно вот с этими фигнями, да? Угу. Чё, давай ты. Чё ты, батик? У него где-то спаунер или нет? Я вот не знаю. Да, спавнил. Ломаю? Да, ломаю. Сломал. Батик паук. Вот когда хрен там на улице, что там делают? А, дерево пилят, да? Так, умение. Ла-ла-ла. Вот кожу вот тоже бери. И книги, а, кстати, тоже. Почвы. То есть гнилую... Ёлы, куда я провалился? У меня есть сушение. Какого-то фига. Откуда у меня, зачем у меня иссушение появилось? Чё, пошли года вниз, батик? Я тебе говорю, я это, гнилую плоть бери. Так, где это зелье? Вот. Батик, пошли вниз. Сейчас, подожди. Сейчас меня маленько помутит. О-о-о, нифига себе. Как я сегодня на дискотеке был. Как-то долго. Где? Ты я вниз пошел. Ты бы факела бы еще поставил, чтобы всякая дрянь не спавнилась. Они у меня кому-то есть. Так, там по идее должно, знаешь, что быть? Куда? А, ваучный стол и сундук. Я знаю, да. Еще тут где-то это должно быть. А, вот оно, смотри, зачарование. А, зачарование? О, лук выпал. О, зачарование. Просто респект. Кому на пустой каменной килкой сломать вообще? Нет. Так, батик, ты где? Да я спавнер скелетика сломал. Ты что, зачарование забрал? Да, забрал. Юл упал, у него алмазные стрелы.
козёл, козёл, тихо. Фу, что это? О, господи, что это? Так, что тут? Кстати, ты зачем? Ты что это ты не забрал? Чё? Сундук начальный. Или не надо? А ну ты можешь только фатила звать, но сундук тоже. Сундук не надо, да, блять? Сейчас подожди, я отопашусь к тебе. Какие-то. Ёлы-палы, это же. Ломай их не спавнир! Чё там их не спавнил? Да. Только где он? Я найти не могу. Наковальный батик. Был, да? Ладно. Так, ведерко, порох. Так. Это, ну, короче, все берем. О, наковальня. Ломай ее. Ма. Нитки тоже нужны, чтобы сделать потом бэтпаки. А ты что печки-то не взял? А печки? Ну, возьми. У нас печек нет, тут вот, взял их. Не взял, точнее. Ту-ту-ту-ту. Кстати, ребята, тот сезон дофигайды. Ну, чё? Дофигайды. Дофига у тебя? Да, тут сундук. А, ты это суперместо это нашел. Нет, это не это суперместо, это другое. Вот, не, я пойду, вот. Вот тут было дофига еды в этом сундучке. Ну, ещё всё забирай. Так, вот, на. О, спасибо. Так, батька, на лук бей там. Сила. У меня есть обычный лук, вот этот вот забери. Не, мне лук не нужен, стрелы. Знаешь, кстати, это как луком мы можем пользоваться, но в этом моде. Батик, на, на батик. О, thank you very much. Так, смотри, знаешь, как можно луком? Единственный способ, как пользоваться тут луком, это положить в этот слотик. Ну, один из этих. Только так и можно пользоваться, понятно? А то вы с Вадимкой думали, как им пользоваться, как им пользоваться. Ну, ладно. Конечно, я с самого начала знал, я просто вам не хотел говорить. Смотри, батик. HD, о, путай, да, HD, 3D руда, братик, 3D руда это. А это из... Не собирай, не собирай, они, а, не собирай. Ты чё гонишь? Они собираются, я всё тогда собирал. Главное, кстати. Из них получается это, как алмазная, да, как алмазная так, делается. Класс. Надо было, знаешь, какой ещё мод на сердце установить? Ну, короче, чё? Ломаешь сердце, и оно тебе сердечки останавливает. Ну, жизнь. А, да, вспомнил. Кстати, может быть, уже не того? А? А? Может, того уже? Того? А, ну, не знаю. А мы сколько уже снимаем? 13 минут? Да, хотя бы еще 10. Ну, так, этот не будем выпадать, потому что за него лагает, хотя... Может, батик, сейчас... много кожи. Кого? Кожи, да, много. Нет, за него лагает. Я его выкину. Хотя нет, поставлю его куда-нибудь. Помнишь этот фонарик-то? Который, да. Когда берешь его, вот он. Только не ломай его, не надо, потому что за него все лагает. Вот, когда вот одним, тогда можно поиграть. У тебя такой прикольный меч сзади на спине. А у меня что на спине? У меня семечки. Кстати. Ну-ка, может топор будет? Нам нужен лутстоун и 4 золота. Чего? Покупай вниз вот тут. Мне нужно только одно. ТНТ, где мои ТНТ? А мне нужен компас. Компас? А, точно, у нас же читерский компасик. И это. А, золото! Где? Я, алмазы! Братик, сзади, сзади! Ой-ой-ой! Братик, беги, беги! Да, ладно. Не убегаю. Вот это вот реальные уроды, они спавнятся, короче, где есть огонь. ТП ко мне, да и все. Не, батик. А чё? Чё так плохо? Я сам не знаю. Так плохо все. У тебя прямо так все там плохо, да? Да. Да
вашу плавный заяц, я ласково мерзаю, я сладкий на все сто. О-о-о. Апл. Они еще хуже. Кто там? Кто может быть хуже? О, паука? Золотые штаны. О, как. Из паука выпало? Одна. Угольные блоки, кстати, батик, собираю воду. Угадай, что я нашел. Алмазы? Если бы. Я нашел вагонетку, но где? Знаешь сундук? Да, знаю. И она не открывается какого-то черта. Спрашивай меня к себе. Я, наверное, зависла. У меня открылось. Открылось? Так. У меня почему не открылось? Уголь, лазурит, все. Лазурит? Все, сама нужна сама. Пошли по этой пещерке, походим. Пошли. Смотри, какой-то походик вниз. Братик. Че ты? Пошли по этой пещере. А я так это хожу. Все? Я думал, тут это большая шахта. Офигенно большая. Кстати, удивительно, как нам быстро... Батик, открывайся ко мне. Попалась. Я каньон нашел. Каньон? Каньон. И алмазы. Алмазики? В Майнкрафте есть. Что? Алмазики. Помню, братик, братик, помнишь? Чё? А ты смотрел там два? А ты, это ж твое слово. Да, это мое слово. Это ты придумал. Ходишь на сервере на хайпикселе к всем. А ты смотрел там два? Не, смотрел. Конечно, каждый день сижу. А вот как бы мне посмотреть Бетон 2? Прямо сижу и сижу. А вот что там в Доме 2 происходит? А вот как бы мне посмотреть бы его? Я тебя огорчу. Чего? Че, ты сдох опять, что ли? Не. А че? Очень потом, ну вот это вот самого чё? Не будет. Че, и появится дом 2 третий. Закрыли. Нет, нет, дом 2 закрыли. Нет. А потом будет третий. Чего третий? Дом. Какой дом? Третий. Че, в смысле дом. Какой третий дом? Дом 3. Ага, я понял, о чем ты только сейчас. Ёлы-палы. А, братик, помогай ты по ко мне, я на третий этаж случайно спустился. И чё? А воду и чё? Ничего, выпал, меня отравила ведьма. Чё, нравится твой мегамод? Какой? Не знаю. Какой мегамод-то? И сам ещё не придумал оправдание. Какой? Оправдательский оправдатель. Клевер. О, семена мои, которые я буду мод этот. О. Братик, собери вот это, пожалуйста. Я круто знаю, где это. Я тоже сейчас сдохну. Стой, сундук. О, молодец, собрал. Олень. Ну извини, братик, пожалуйста, прости меня. А нет, да ты прости. Маленький ангелочек. Маленький-маленький ангелочек. Подожди, надо домой тпшиться. У нас есть сундучок еще один? Нет, у нас нету сундука, да? Да, нету. Вот и дошная уда. Давай 3D-шную печку я сделаю. Или не надо? А у нас чая и нету? Ну, можно сделать, у нас нету. Ну, я сделаю. Помидор. Просто прикольно выглядит. А почему у нас ничего не показывается? А, нет, вот. Началось показываться. Это просто я так смотрю криво. Криво жопа. Или нет? Ты добрый. Я не виноват. Лёша, добрая душа не обидит малыша. Леша. Так, у нас сундучка с тобой нету. Еще одного надо. Надо, братик. Мне вот этих вот идиотов, которые залезли на растение, как Маугли убивать. Чё? Короче, это обезьяна тупая заспаунилась на дереве, и те не знают, как слезть. Мне ее убить. Какая обезьяна? Короче, придешь, поугарай вместе.
будем что, убирать. Какой обезьян там? Да, ты да, уж обезьян, кажется. Макака. Макака. Короче, макаку вот эту убить. Я не знаю, это по какому макаку. Ну потом придешь, вместе поугараем. Да ты просто не хочешь меня к себе. Да я дома. Какая вот, макака? Смотри. А, это поэтому макаку. Ну, убей её. Батик пьёт. Ты что делаешь? Пьёт батик. Это дитя зомби. Да я знаю, там два зомбаря были. А нет, там может быть всё как талисман нашего дома оставим. А, я застрял. Я постоянно этой киркой бью, потому что мне непривычно ей. А мне кому-то привычно. Тебе всегда привычно. Ты же привык. Киркой тут топориком деревянным убиваешь, хотя есть у тебя алмазный меч. Мальчик, ты пошли меня к себе. Да я опять дома. Смысл-то я тебе пришлю. Опять дома. Так. Нет, ты что, я не дома. Я а сундук? Кого сундук? Я сундук. Так я тебе предлагаю, иди добудь дерево. А хотя я? Подожди, у меня есть топорик, я добуду. Да это у меня золотые чувак, штаны. Чувак, чувак. Чё-чё-чё. Иди сюда. Чё? Посмотри, чё там. Чё? Где? Наверху, на скале. Видишь? На какой скале? Вон. Видишь? Во как. Во как. Да ты иди ты, а. Пошли, я убью. Явка мелкая. Не надо, братик. Там же не раз стоят. А не, подожди, мне нужна рука ведьмы. Для изучения моего. Мода. Чё там? Много их? Дофига? Стоять их закрыть. Я ни одну еще не вижу. Они спавнятся по дофига, так что их надо закрыть. Ты чего там? А пока еще ни одну не вижу. По идее, под этой фигней там спаунер должен стоять, так что отойди. Я один сломаю. Не надо, брать, не надо, вообще не сломай ни один, пожалуйста. Вообще ни один не ломай. А их там два. Я знаю, что их там два. Только они чуть не спавнятся. Да вообще не мой. А вот так вот. Махалай, махалай, халай, халай. Ай, лай, лай. Давай, не смотри. Ахалай, махалай, заспавнись. Не-не-не, говори как я. Ахалай, махалай, ахалай, махалай, давай. Ахалай, махалай. О, подожди, сейчас ночь, все, бежим отсюда. Нет, вот ты иди. Ты братика. А батька дала. Стань мне надо жрать. Не убивай меня больше и себя. Все. Тихо, тихо. Я ж тебе сказал, что у меня мечик на 100, а то ты чё? У меня тоже. У меня меч... Не, подожди, я не знаю, на чём у меня меч. Я тебя киркой забил. Ха-ха-ха, я тебя киркой. Зомби, помогай мне. Волк. Нифига тут какой тролль. Какой тролль? Себя что ли? Себя увидел в отражении. Я тролля убил. Я верстачок сделаю. Домик его поставил. Там батик такой главный тролль был. Я тебе говорю, ты что, себя увидел? Вот, подожди, отойди, не надо. Все, хватит драться. О, у тебя что есть-то? А ты чё мне не сказал, что у тебя целый стак угля? А чё? Тебе должен как будто это говорить? Да, вообще-то. О, это что за хрень? Ой, извини. Олень, лава. Я не знал, честно тебе говорю. Это что за фигня? Чё мне не сказал? Я сам как будто знал. Кстати, два алмазика, батя. Откуда ты это? Сгусток магмы нашел. Это я нашел. Ну, я тебе говорю, откуда ты его нашел? Не знаю. Пузырьки опыта. Бери два пузырька опыта. Слышь, это мои пузырьки опыта. У тебя какой левел? У меня 15. У меня 18, ладно. Забирай все, что тут есть.
Давай меч это зачаруем, тут еще один мечик. Сейчас я зачарование поставлю. Вот сюда. Я, кстати, себе сейчас алмазный меч сделал. О, небесная кара. Небесная кара, она только для зомбиков. Я знаю. На статую. Подожди, а для пауков нельзя? Не, так, для рубль. Пауков так, так. Гибли насекомых. А, точно. Гибель один. Гибель насекомых один. Чё, тогда пора заканчивать. Заканчивать, да? Мы, кстати, скоро будем что-то кушать. Нам-нам-нам-нам. У тебя чё сзади за косичка? Ведьма, ты долбаная. А, я знаю, что это такое. Я думаю, что у тебя за коса сзади. Кстати, алмазы потом два меча сделаем. У меня есть один алмазный меч. А, у тебя есть, а тогда себе эти. Лок, понял. Стоит. Ладно, сейчас будем заканчивать. Уже заканчиваем. Так я вот так ты сделал. Ребята, лок. Если вам понравилась эта серия, поставьте лайк и... Не знаю, что там еще есть в Ютубе. Наверное, ничего. Поставьте лайк, подпишитесь. Хватит, братик, завязывай. О, ча-ча-ча-ча-ча-ча. Что ты делаешь? О, ча-ча-ча-ча. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, ребята. Всем пока-пока. Попрощайся хотя бы. Пока. Всем удачи. Не сюда.